видеть так много аккордеонов и баянов. Здравствуйте, дорогие участники фестиваля, уважаемые родители, коллеги, гости. Мы начинаем открытие третьего зонального фестиваля «Звучит аккордеон». У этого фестиваля уже есть своя история. Первый фестиваль проводился в 2005 году. Потом мы решили расширить географию нашего фестиваля и пригласили ребят из других школ. С каждым годом фестиваль набирает темп, силу, опыт. В этом году в фестивале принимают участие юные музыканты из музыкальной школы номер 1 и номер 2, город Горловка, школа искусств номер 1 и музыкальная школа имени Карабица, город Дзержинск. Организаторами и вдохновителями фестиваля являются преподаватели отдела народных инструментов при поддержке директора школы Цикозы Валерия Ивановича. Вот уже второй год весомую поддержку оказывает фестивалю Корягин Иван Сергеевич. Мы ему очень за это благодарны. Открывает фестиваль трио преподавателей Папиашвили Инна Николаевна, Дружин Геннадий Тимофеевич и Гажушка Лариса Анатольевна. Танго «Сильвупле».